Вакцинироваться от коронавируса нужно максимальному количеству жителей России, сообщил главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев. Он поддержал открытое письмо известных медиков с призывом усилить вакцинацию от коронавируса на территории всей России. Документ подписали врачи, работающие с ковидными пациентами на протяжении 2 лет. Фадеев подчеркнул, что в Одинцове развернуто более 1000 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 97% всех тяжелобольных COVID-19 не делали прививку.